Добрий вечір, шановні друзі. Моя сьогоднішня співрозмовниця дочка вбитої під час державного заколоту прем'єр-міністра Танзанії, але мільйони людей знають її завдяки професії. Сьогодні у нас в гостях відома російська телеведуча Олена Ханга. Газета Нью-Йорк Таймс написала: тільки два чоловіка з африканськими корнями оказали велике влияння на Росію. Пушкін в духовній сфері і Ханга в тілесній. Я вам скажу, мне эта статья в Нью-Йорк Таймс вышла боком, потому что я же еще была не уверена, что я перееду в Россию, поэтому я ходила в свой университет и единственное, что я попросила там какой-то типа академического отпуска, вот, и я скрывала, я сказала по семейным обстоятельствам, ну ладно. И так я приходила, и тут я наткнулась на декана, он мне говорит, а что это ты не хочешь на занятие? Я говорю, ой, вы знаете там обстоятельства небольшие. Он говорит, хватит врать. Я видел эту статью в Нью-Йорк Таймс. Вот такой разворот. И ты там в парике рассказываешь про секс. Я сжался, он говорит, ну ладно, давай, возвращайся в университет, я тебе зачту все это как практику. Так что я, в принципе, до сих пор могу вернуться. После стольких выпусков программ про это вы можете назвать себя специалистом в сексе? Нет. Столько насмотреться на разные насмотрелась, проявления. Насмотрелась, насмотрелась. Но вы знаете, у меня всегда вот стояла такая вот защита, потому что иначе можно было сойти с ума. Сойти с ума был, можно было не только от того, что э, тебе рассказывают, а еще и от того, что вот этот феномен э, доверительного разговора, ведь люди стали ко мне подходить на улице да. и рассказывать. Ну ладно, чужие люди, но когда друзья моей мамы, возраста моей мамы, вдруг стали это рассказывать, как, например, там дядя Эдик, который был вообще как крестный отец, человеку там 60 лет, он вдруг начинает такие вещи рассказывать. Ты думаешь, дядя Эдик, я даже вообще не хочу вообще даже мысль о том, что вы тоже этим занимаетесь. К этому причастны. Да, вот, как ты думаешь, что родители никогда не занимаются сексом. Конечно. Да, представляете, к вам пришел бы ваш отец, сказал, ты знаешь, сына, вот у меня такая проблема, ой-ой-ой-ой-ой-ой, избавь бог, папа. Вот. И столько людей стало мне это рассказывать. И это было очень тяжело. Вот, вот такая вот защитная реакция у меня стояла. Поэтому я не могу назвать себя специалистом, но я могу назвать себя человеком очень толерантным. Я поняла этих людей. Я поняла людей нестандартной ориентации. Я поняла... Траг... Да. Я поняла трагедию трансвеститов, трагедию транссексуалов. Потому что мы делали передачу о людях, которые как... Это пронзительная передача о перемене пола. Вот к ним так относятся, там смеются над ними. Но это трагедия, когда вот была простая русская женщина в деревне. И она понимала, что вот она... Что вот она не женщина. женщина. Она не женщина. И она до... Простите, это был мужчина. Он понимал, что он не мужчина. И он собрал деньги. Он продал все, что у него было. Он продал свой кобылу. Он... Вот все, что было, он продал. Купил билет в Москву. Денег на операцию, естественно, у него не было. И он пришел к самому лучшему врачу. Доктор Тапия такой у нас есть, очень хороший. И он пришел и попросил. Он говорит, ну денег у меня нету, я отработаю, буду полымать и все. И Тапи сказал, что я, конечно, вначале отговариваю, но я понимал, что вот это вот безвыходная ситуация, и мне не надо денег, я тебе так сделаю. Но имей в виду, проблемы не пройдут. Имей в виду. Он говорит, я знаю. Мне вот... Сделал операцию. И вот он пришел с доктором Тапи. И вот этот человек Тапи отцом называл. Потому что, естественно, родители в деревне его прокляли. И вот он... Я... Говорю, ну...". Кобылу продал, конечно. Да. И я спрашиваю, ну а теперь вы счастливы? Он говорит... Слушайте, говорит, у меня теперь другие проблемы, как у любой другой женщины. Говорит, ужас, говорит, динамит, ответственности никакой. Я говорю, welcome to the club. Mm -hmm. <с> <с> вот за что бороться. Но, во всяком случае, сейчас ей комфортно. И дай бог ей здоровья. И вот такие встречи, конечно же, очень много объяснили. Вы мне. на сумасшедших насмотрелись, наверное, тоже прилично. На сумасшедших насмотрелась, конечно же. Но больше насмотрелась на нормальных людей. Потому что вот проблемы, Сексуальной несовместимости. Они, может, не такие пронзительные, но тем не менее, у нас же как говорили, что там не надо ничего знать, не надо сексуального образования. Если ты его хорошо очень любишь, то у тебя все получится не получится. И если ты не пойдешь потом к хорошему психотерапевту, всю жизнь будешь в себе подавлять это чувство, всю жизнь и не узнаешь никогда своего счастья. Были такие истории. Были истории, вот только-только ведь начиналась вот эти частные компании, когда секретарша было понятие очень растяжимое. Или там сотрудницы, даже не секретарша, параллельно должны были выполнять еще кучу сок, А куда денешься? И вот у нас была передача, когда приходили мамы с дочками, и мамы говорили, нет, вы на нее посмотрите. Он всего-то хочет с ней проводить время, а она, мол, не хочу, не буду. А я говорю, ну как же вы можете? Вы торгуете. Мама. мама, мама, вы торгуете своей дочкой. А она говорила, а на какие деньги нам жить? А она говорила, Леночка, а вы знаете, на что я пошла, чтобы в свое время поднять всю свою семью, когда там у мужа не было работы? Такие тараканы выползали. Нормальная семья, так смотришь, а что не Ничего такого. Были комичные ситуации, которые... Ой, запомнились. Да было очень много комичных ситуаций. Было очень много комичных ситуаций. Ой, сейчас даже не вспомнишь. Комичная ситуация была вот такая. Сейчас уже можно это рассказать, много лет прошло. У нас должна была быть передача про садомазохистов. И вот там где-то за 3-4 часа приезжает эта садистка, вся в латексе, такая красивая. Я говорю, а где мазохисты? Она говорит, отказались, продинамили. Они, говорит, такие пугливые, потому что они занимают очень большие посты. Ну, там в банке какие-то менеджеры им светиться нельзя я говорю а как же мы будем передачу делать она говорит да я все расскажу я говорю не 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 вот все расскажу это любой может выйти рассказать а ведь интересно поговорить с людьми что они испытывают что вы испытываете это понятно а вот их бьют что она говорит ну нет я говорю ну значит передачи не будет передать через три часа где хотите ищите ну, наши редакторы, девушки очень такие сообразительные, поняли, что над ними сгущает тучи. Срочно было, надо было найти этих. Сами в кадр. Нет, нет. И они пошли. А они, когда выходили из Останкина, им все время подмигивали ребята, которые на охране Останкина стоят. Ну, естественно, эти девочки крутые никогда и не смотрели на них. А тут девочки впервые заинтересованы, они посмотрели говорят, ребята, когда у вас мина заканчивается? Они говорят, ну, там через там, полчаса. Они говорят, о, через полчаса встречаемся в баре. Эти ребята от счастья, они вообще такие девочки. Красивые они, образованные. Счастью мы ему не поверили. Пошли в бар. Через... Ну, наши девочки знали, что сделать. Короче, уговорили их принять участие в передаче. И ходили в «Латекс». Это было жуткое зрелище. Вот все-все-все в латексе, только вот здесь прорезь и сзади прорезь, где садиться надо. И вот ведут их в по по И прямо навстречу к ним идет начальник охраны и говорит, фу, какая гадость. Господи, эта передача про это вообще запретить ее надо, вводят тут вот черт знает кого. Они Иван Петрович, здрасте, это же мы. А он, чур меня, чур меня. <свист> Уж, конечно, он не узнал их. Вот, ну вот их привели на передачу. Началась передача. Они сидят в хорошем настроении, снимаются. А это сам, мазахи. Сзади бабам их. Хлыстом, хлыстом, хлыстом. да. Хлыстом. Они говорят, вы чего, вообще больно. А мне Андрей говорит в ухо, значит, с ребятами не разговариваем. Я говорю, как? Ну, это же самое интересное. Он говорит, нет, не надо с ними разговаривать, это не входило в наши планы, и все. Они говорят, ой, больно, а все, вот люди тоже добрые, сидят, давай-давай, с оттяжкой давай, как вы, давайте еще посильнее. Вот, ну, ребята им заклеили рот, потому что они жаловались все время, что им больно. Вот, я-то ничего вообще не знала. И потом уже спустя месяцы, не только вот редактор… Девочки отработали хоть за это потом перед этими Нет, мальчиками? Нет, там скандал был. Эти мальчики пришли жаловаться и сказали, что подадут в суд на передачу. А девочки сказали, давайте, давайте, идите, расскажите, как вы, значит, выпили и вот в таком вот виде порочили честь охраны. Что за ситуация была, когда тема у вас намечалась «Секс в зоне»? «Секс в зоне»? Нет, ну к нам пришел же этот известный юрист, Фамилия забыла. Ой, очень известный юрист, который как раз сидел в тюрьме, и к нему приходила. Да, я это, понял, ведь... о ком вы говорите, да. Он очень нашумевший такой юрист. Якубовский, Якубовский да. точно. Вот он пришел к нам на передачу, рассказывал подробно, как к нему приходила адвокат и что он с ней делал. Но потом он женился на этой даме, но вот тогда он себе ни в чем не отказывал в зоне. Была еще тема секс и летчики, да? Ой, да чего только не было. Была... Что рассказывали стюардессы? <с> стюардессы такое рассказали, что теперь я вообще боюсь летать на самолетах. Я всегда слежу за тем, чтобы возраст там уже был какой-то солидный. То есть летчики в самолетах успевают иногда, да? <с> ну, я уже сейчас не помню. Но то, что там вытворяют э, пассажиры, я вам скажу, мне тоже это показывали. Я говорю, как это вообще можно? Тут в первом классе большие вот эти вот... Ну, в общем. Вот теперь, после стольких лет программы про это, я задам вам один простой вопрос. Что такое любовь? Что такое любовь? Ну, знаете, я вообще никогда не отвечал на эти вопросы. Сейчас попробую сформулировать. Знаете, любовь, она в каждом возрасте означает разное. Вот когда мне было там лет 16-18, для меня любовь была, чтобы он был высокий, красивый, рельефный, чтобы хорошо плавал, обязательно хорошо танцевал рок-н-ролл. Это когда тебе там лет 18-20, когда тебе уже ближе к 30. Уже важно, чтобы у него было чувство юмора, чтобы он был образованным человеком, чтобы с ним интересно было путешествовать, чтобы с ним было душевно и хорошо. А когда мне уже было больше 30, для меня важно было, чтобы этот человек был хорошим отцом для моих детей. Вот это был приоритет. И мужа я себе выбирала именно по этому принципу. И вообще мой приемный отец, Лиян, который живет сейчас в Америке, он мне всегда говорил, прежде чем лечь в постель, подумай, согласилась бы ты, чтобы этот человек был отцом твоих детей. Вот если нет, то не надо. Даже не надо, потому что может всякое случиться, а потом будут проблемы. Вот я думаю, что вот в этом возрасте вот важно, чтобы этот человек был э, душевным тебе мужем и твоей дочкой хорошим отцом. Вот для меня что любовь на сегодняшний момент. Может быть, к 60 у меня изменится процент. Опять рок-н-ролл? чтобы он хорошо делал уколы и правильно капал волидол. Не знаю. Но сейчас вот человек, который чувство юмора, единомышленник, путешествует, хороший отец. Ну вот Идеальный вариант для меня. Вы вспоминаете сегодня программу Принцип домино? И если да, то с какими ощущениями? Это ностальгия, радость, или слава Богу, что закрылась программа? Боюсь, что, слава Богу, что закрылась. Надоело, знаю, да? Я... Надоело. Первый, вот когда только все начиналось, все было вновь, мне очень нравилось. Это был потрясающий драйв. Мы были в прямом эфире, звонили люди. Столько всего интересного происходило из-за того, что это прямой эфир. И каждый раз что-то такое случалось, что-то... Ну и потом вроде как рассосался. Интересно. А потом это стало в записи. А в записи ты уже понимаешь, что все это вылизанная картинка, вылизанные все слова. Уже все это было... А самое страшное под конец, что размыли бренд. Вот вначале мы выходили, были первыми, а потом было уже столько передач похожи, там «Девичьи слезы», «Частная жизнь», там «Нагиев» со своей передачей. Герои-то одни и те же. Мы в передаче сделали ошибку. Мы начинали с простых людей, а потом решили, чтобы повысить градус интереса, уйти в ВИПы. А ВИПов у нас сколько? Мало. Мало. И потом не все ВИПы хорошо говорят, не все ВИПы... Не все есть, хотят не все, идти. Не, не все, а те, которые хотят, они приходят рассказывать одну и ту же историю сначала у нас на НТВ. Потом они приходят там в 9 утра. ОРТ, потом НТВ, потом Россия, потом канал Домашний. И везде с одними и теми же историями. Уже я их наизусть все знала, историю, Уже невозможно было слушать одно и то же. Уже, понимаете, уже когда нету творчества, мы превратились в завод по выпечке пирожков. А когда творчества нет, уже не интересно, уже заканчивается все, уже глаз не горит. Я уже слушаю, а глаза пустые, глаза пустые. Это правда, что вы ждали у себя на программе Михаила Круга в тот самый день, это когда страшно. его убили? Что да, это была да. за история? А, накануне разговаривали с Михаилом Кругом о том, что он придет в передачу, мы очень готовились. Утром нам звонят и говорят, вы знаете, он не приедет. Ну, естественно, мы решили, он не приедет, потому что он звезда, или он там опаздывает. Очень часто бывает, что звезды там могут за пять минут позвонить и сказать, а, я не хочу. Ну, и редактор стал кричать, вот что это такое, вы нас подводите, почему, вы, на какая причина, почему он не приедет? Вот потому что его убили. <гас> Представить такое невозможно. Ну, и мы быстренько перее. Делали, пришли его друзья, и они просто рассказывали в прямом эфире о том, какой это был человек. Блондинка Дана Борисова. Она э, только э, красивенькая или она еще и умная? Ну, вы знаете, э, она... Э, способная, она способная, знаете, ум — это такое понятие, вот не мне оценивает. знаете, вот кто-нибудь спросит, или умная, не умная, и никто не сможет ответить. Ум это, знаете, вот когда ты, ну, посмотрите, там, эту программу Перельман, ответит. Не, ну Перельман там, он там, понятно, он там, -что. открыл, там, доказал то, что сто лет не могли доказать, вот это ум. А женский ум или профессиональный ум и так далее, это, это совсем другие категории. И я просто не берусь говорить, там, умный человек или неумный. Также, я думаю, что любой человек, который пробился на телевидении, он способный, он самоотверженный, он целеустремленный. Вот, вот я мыслю таки, таки, такими категориями. А ум, вообще-то ум на телевидении, это не Иногда главное. я мешаю, да? Ну, мешает? Я вас снова процитирую. В старших классах, сказали вы, я была еще и толстая. Мысль о том, что я толстая, черная и некрасивая, отравляла жизнь очень долго. Это правда, что всю жизнь вы боролись с лишним весом? Да. Всю жизнь я была полная. Ну, не там, не толстая-толстая, но полная. И ужасно страдала. И всегда ела морковку вот эту вот жевала, потому что я была постоянно голодная. И жевала морковку. У меня мама крупная, я в нее пошла. И вот я только похудела, вот только после родов, не поверите. Как ни странно. Угу. Но сейчас оптимальная форма. Я сейчас очень довольна собой. Вот знаете, спрашивают, какой самый счастливый возраст, в какой бы ты возраст хотел перенести? И подразумевается, вот, мне было 16 лет. А -а -а. Ох, у меня ничего не было в 16 лет. Ничего хорошего, чего бы я могла бы вспомнить. Сейчас я хотя бы могу там ухаживать за своими волосами, потому что но ну, тогда я еще не могла выпрямлять волосы. У меня росли мои африканские волосы. Мне, там, их вычесать было невозможно. А сейчас выпрямляете? Ну, конечно, это же прямые волосы. Это не африканский волос. Вы издеваетесь над своими волосами. Ой, боже, я должна была летать в Америку, чтобы выпрямлять волосы, пока здесь этого не делали. Потом я замучилась летать в Америку, я стала летать во Францию. Ближе туда выпрямить лететь, 4 волосы. часа выпрямить волосы. Причем я летела, там муж меня сопровождал, я летела, шла в парикмахерскую, меня выпрямляли, и, и вечером я улетала. И как-то мы с ним в аэропорту стояли, де и он встретил своего друга, олигарха. Ну, они говорят, ой, а ты что здесь делаешь? И мой муж говорит, да, вот я жену возил в парикмахерскую. Он так посмотрел, говорит, слушай, говорит, ну это хард, я, говорит, своей такой не позволяю. И мой муж говорит, мне было так стыдно, но я не мог объяснить, что она не пижонит, это вот не понты, а просто ей это нужно, что если она не будет выпрямлять волосы, у нее они выпадут или не выпадут, ломаться будут. Потому что если ты выпрямляешь волосы, это как скра. Вот женщина красит, или ты красишь волосы каждый раз, или ты их перестаешь красить. Тогда надо отстричь и после этого не красить. А вот когда у тебя отрастает вот это вот белое, а там дальше черное, это некрасиво. То же самое с моими волосами. Или ты их выпрямляешь, или ты их не выпрямляешь. Если ты их выпрямляешь, то вот отрастает через три месяца твои родные волосы, и это видно. Вот тут кудрявые, а дальше прямые, кудрявые, прямые. Это нельзя делать, но звучит Зато мужу есть чем заняться. Нет, уже нечем заняться, потому что, слава богу, теперь моя стилист выучил технологию, ей прислали вот это вот все, и мы делаем это в Москве. Это занимает 6 часов. Раз в? три месяца. Раз в три месяца. И стоит это 600 долларов. Это очень дорого. Но все равно это проще, чем лететь в Париж. И главное, не так стыдно. Вы вот, дорогая женщина. <с> Ну, муж не жалуется. Алин, я знаю, что в детстве вы увлекались теннисом, причем тренером у вас была Анна Дмитриева. Великая. Прекрасный, да, специалист и телекомментатор еще плюс. вдобавок, да. А у вас хорошо получалось в теннис играть? Да. Мне нравилось. Ну, конечно, не так, как Сирена Уильямс, но ничего. Я снова вас цитирую. Я, между прочим, на Украине очень часто играла. Я приезжала, это мой был любимый город Львов, Львив. У вас проводился Куба Куланова. И я приезжала туда регулярно, и даже там один раз. А один раз в Донецке я заняла второе место на Пермстве Союза. Вы с Дмитриевой до сих пор поддерживаете да, отношения? Да, да. Вот все мои самые большие события в жизни, я с ее благословения ну, советуюсь и творческие, и жизненные. Это она мне говорила, рожай! Она с телевизионной точки зрения тоже вам подсказывала что-то? Конечно, да. Без ее согласия и благословения я бы не стала делать передачу про это. Она мне сказала, Лен, ты понимаешь, ведь можно все зависеть не о чем ты говоришь, а как ты говоришь. Можно о сексе говорить с достоинством и интеллигентно, а можно о чернице говорить пошло. Так что я всегда, у меня ее голос всегда в голове. Я снова вас цитирую. Знаете, как говорят, полюби меня черненькое, а беленькой меня каждый полюбит. Мой будущий муж полюбил меня черненькой. Он говорил вам когда-нибудь о своих ощущениях, от того, что он живет с женщиной с черным цветом кожи. Вы знаете, вот это ощущение, оно только в первые минуты общения. Вот когда мы с вами знакомимся, вы видите, что я другого цвета кожи. Но если ты с кем-то живешь или дружишь долгое время, это совершенно не видно. И сколько раз я сталкивалась с друзьями, которые вдруг начинали мне говорить, а вот там эти черные... И потом они, они, забывают, что я такая же черная, как и они. Поэтому я думаю, что мой муж, который знал меня уже столько лет, он вообще и не видит цвета кожи. Потому что вот когда ты с близким человеком, ты не то что там его национальность, ты вообще ничего не видишь, кроме глаз. Но в пору моей юности близость молодого человека с девушкой черненькой или наоборот близость девушки с белым цветом кожи с афроамериканцем, или просто африканцам, это было верхом, это было круто. Об этом все раз. Ну как оно? Ну как расскажи? Они отличаются от наших или не отличаются? Наверное, Вашему да. мужу задавали такие вопросы? Нет, моему мужу нет, потому что мы уже с ним 8... там каком там 90... в 2001 году поженились. И этот вопрос вообще никого уже сейчас не волнует, потому что вот все любопытство можно удовлетворить, пожалуйста, цена вопроса: покупаешь билет на самолет и летишь в любую страну. Да нет, в Москве и... удовлетворяешь любопытство. В Москве, ну, нет, не, это, это были вот это вот то, о чем вы говорите. Это вот 20 лет назад кого-то. Вот когда да. я только познакомилась со своим другом и поступила в университет, это было в 89-м году. Ой, простите, в каком 89-м? 79-м году. Семьдесят 79 девятый год. Вот тогда это да. И все его спрашивали, как твоя Бонемочка. И он очень злился, его это раздражало, потому что на самом деле у нас ничего с ним не было. Кроме того, что мы целовались. Ему было ужасно обидно, что вообще ничего нету. А все Почему прикол... ничего не было? Ну, потому что я была крупская. То есть до такой степени? До свадьбы ничего. Нет, ничего Максимум целоваться. Так, все вдаль смотрите и стихами стихами Пушкина весень вот а все конечно его спрашивали как а он очень злился и... я думаю но отличается вот скажите с позиции сегодняшнего дня вы все знаете про это про то отличается близость с женщиной или мужчиной другого цвета кожи вы на полном серьезе мне задаете этот вопрос да мне интересно конечно а вы не знаете я не знаю мы идем к следующему вопросу. Ваш муж политехнолог. Вы говорите с ним о политике? Или он не э, спрашивает вас советов никогда? Да Боже, какой совет, что вы? Нет, 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 мы никогда не говорим. О работе. Я вам больше скажу: очень смешно было, когда я. Еще мы, по-моему, не поженились даже, или, может быть, только поженились, и съехались в, значит, в квартиру в Москве. Я поселилась у него. И его мама была в квартире и устанавливала НТВ плюс у нас. И пришли рабочие. И вот момент я зашла, там что-то такое зонтик положила, ушла. Они ей говорят: О, это что была ханга? Она говорит: нет. А что? Она говорит: ну как нет, это же была эта, телеведущая. Она говорит: да, нет, говорит это была невеста моего сына. Они говорят, ну да, но это что? Она вообще даже не знала, кто я. Она там знает, что да, сын там женится на какой-то девушке, да, там такая она смуглая, но кто я, что я, чем я занималась, она никогда не знала. И когда они ей стали рассказывать, что вот я телевизор, да она не она может вопрос. Нет, да, да, не может быть, да ну что, я знаю, она прилично, девушка, вы такое рассказываете. Вот, и она ни разу не видела передачу. А тут два дня назад... Ей установили тарелку уже. Да, нет, тарелку ей установили, а я же тогда не вела ничего такого. Ну вот. И два дня назад Светлана Сорокина сняла передачу про, про, про это, 13 лет исполнилась наша передача, и вот показали кусочки. И она впервые в жизни увидела сюжет, вот, сюжеты. она говорит, надо же, оказывается, мой сын женился на известной журналистке. Его это не волновало никогда, а ее тем более не волновало. Ваша публичность семье мешает, во всяком случае сейчас, может, меньше, а раньше мешала? Раньше когда? Когда вы были, вели про это, принцип домино, были в таком топе. не но ну семья про, про это я вела и жила в Нью-Йорке, поэтому мне это ничего не могло мешать. Ну сейчас, вот когда вы с мужем появляетесь в публичных местах. А вы знаете, а никто не знает, что мы женаты. Мы скрываем это. Мы приезжаем на разных машинах, на одни и те же мероприятия. Зачем? Его очень раздражает моя публичность. Вот. Он очень не любит, он даже не хочет смотреть. Он понимает, что часть моей работы. Его раздражает фамильярность, когда люди подходят, целуются при встрече. Вот эти светские, ой, здравствуйте, вот это вот его это очень раздражает. Он такой человек вот, искренний, и он вот в эти вот игры, он не любит, особенно когда мужчины подходят, знаете, бьют по плечу. А -а -а -а! Вот этот Голливуд. Его это выводит из себя, ему проще вообще не смотреть. И я помню, мы один раз были на приеме, и опять как всегда на разных машинах и встретились там где-то перекинулись словами и к нему подходит журналистка и говорит: "Ой, мы видели, вы разговаривали с Хангой. Она что собирается баллотироваться? Вы что собираетесь ее консультировать? У вас какой-то проект общий?" Он сказал: "Да, у нас общий проект." Ребенок, и... да? Нет, он сказал. Он сказал: "Этому проекту пять лет." Но он не сказал. И они не поняли, о чем речь. Но он очень не любит. Тем более, он не любит, когда без, вверх бестактности часто бывает. Вот я с ним приезжаю на какое-то мероприятие. Вот мы подъезжаем там, к ресторану или к какому-то дому. И я выхожу, и ему начинают говорить как водителю. Так, значит, водители туда идут. Припаркуйтесь туда. И, 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 но он я же представляю. не будет говорить: я не водитель, я муж приходит в ярость. Поэтому он говорит, знаешь, что, давайте с водителем подъезжай, а я сам подъеду. Потому что я вот не хочу разбираться там с парковщиками, куда мне идти, куда поставить машину. Ваш общий проект называется Елизавета-Анна. Почему такое двойное имя? Понятно, это Америка. А почему именно нет, Елизавета и Анна? Нет, не потому, что это Америка. Все было очень просто. Я была уверена, что я назову дочку Анны в честь Анны Владимировны Дмитриевой. Ух ты. Только Анной. Я об этом знала, и поэтому, собственно, даже и не советовалась с мужем. Я как-то решила, что я решила. А когда она родилась, он позвонил и сказал: Ну, назовем нашу дочку Лизой. Я говорю: позвольте, какая же Лиза, когда это Анна спор затянулся. Ну и... Дошло результат... до развода. Ну, чтобы не дошло до развода, мы решили пойти на компромисс и назвали ее Елизаветой Анной. Тем что в Америке это абсолютно никого не удивило. Как вы ее дома называете? Елизавета или Анна? Когда просто дома Лизанна. Елизанна. Ну, а в школе ее Лиза называют. Но когда я сержусь, я говорю Елизавета Анна. Вы тяжело рожали? Я рожала на спор. Моя доктор, очень интересная дама, она американка индийского происхождения, и поэтому к ней летают индусы из Индии. И я тоже полетающих. А мне сказали, мы тебя найдем специального доктора, потому что вообще не любят тех, которые там живут далеко, за океаном. Поскольку они берут ответственность, им надо, чтобы там в двух шагах, если что. А это уже на белую руку на таких летающих. Вот я к ней летала, летала там раз в месяц, а потом уже за месяц я прилетела, и она мне говорит, значит так, когда воды отошли, я ей позвонила, она мне говорит, слушай, ну ты не вовремя звонишь, я в ресторане. Я говорю, какой ресторан? Я, о, а! Она говорит, так, не кричим. Я второй заказала, Значит, сейчас едем в больницу, там все сделают. У меня свидание, ты уже свою судьбу решил, ты замужем, а у меня вот только все налажит. Поэтому давай ты. Ну, мы такие подружки с ней были. Потом она мне приехала и говорит: "Так, у меня мало времени, потому что он меня пригласил на три часа. Сейчас час дня, так что вот давай как-то это". Я говорю: "Не, я не уложусь". А она говорит: "На пол, за полчаса". Давай за полчаса и, и разбежались. И бутылка шампанского. Спорим на бутылку шампанского? Я говорю, спорим. На 29-й минуте я сказала, не могу, она говорит, шампанское зажимаешь, давай рожай. И на 30-й минуте я родила. Вы любите путешествовать? Где вы ездите? По каким странам? Мы очень много путешествуем с мужем, потому что это его страсть. И когда у нас отпуск, мы стараемся улететь куда-нибудь далеко-далеко. Знаете, пока еще есть сила сидеть в самолете по, там, по 20 часов. То, поэтому Сингапур, моя любимая страна, потрясающая влюбилась. Там Мняма, там, Цейлон. Ну, какие-то такие далекие стран, страны. А когда вот выпадает суббота-воскресенье, то это старушка Европа. В Париж там, тверк, тверк, на распрямление волос. Ну, это работа, это была работа. Нет, ну вот все вот эти вот страны, куда можно долететь, ну, то это вот четверг, пятница, суббота. Потом он очень часто ездит на конференции, и он там входит в некоторые клубы международные, которые приглашают четверг, пятница, суббота. У них в начале конференции, а потом суббота, воскресенье можно вот провести время, там экскурсии устраиваются, всякие встречи по интересам. Я обожаю вот такие встречи и вылазки. Ты вылезаешь на два дня, такое ощущение, что тебе месяца не было в Москве. Это очень, конечно, важно вырываться. Вы написали книгу, меня потрясла история, как священник в Лос-Анджелесе помогал вам ее продавать. Как это было? Но я даже не помню. Агитировал что это Прихожан звучит. за то, чтобы. А, ну да. Но это, вы знаете, я когда написала книгу в Америке, она вышла в очень солидном издательстве WW W. в w. Нью-Йоркском. Но вы представляете, сколько в Америке в день выходит книг? Миллион. А как это к ним рекламировать? Ну, там они официально там дали какие-то несколько там объявлений, но так книжку, конечно, не продашь. Я затасковала. А моя приятельница сказала: Ты что, говорит, надо через церкви продавать. Я говорю, как это? Он говорит: ну как? Вот ты придешь ко мне в церковь, расскажешь. Вот они вывесили объявление: сегодня у нас гости, сестра. Сестра из далекой России. Ну, пришли люди из далекой России. А потом они говорят: вот у нас, вот она принесла книжку. Значит, книга лучший подарок. Значит, одну книжку себе пять друзьям. И вот они под музыку. Это Класс. так здорово. И вы представляете, ну в церкви, ну человек 200, как минимум, да. Одну книжку купил себе, пять купил себе, значит, друзья. И потом ты эти книжки, а я же все книжки надписываю, потом они эти книжки дарят. И потом ведь у всех же родственников, особенно черноамериканцы, у них полно родней. Он звонит в Лос-Анджелес, это звонит в Миссисипи, это звонит в Чикаго, это звонит туда, туда, туда. И церкви меня стали приглашать. И вот я через церкви продала огромное количество книг. Представляете? И это так здорово. Вначале приходишь, служба. Потом он рассказывает о России. Потом я должна была выступить, рассказать о России столько вопросов. И там они, может быть, и не подумали в там, далекой там, в стране мормонов о России. Но вот раз уж приехал приехала человек, сестра, нет, приехала сестра, надо помочь, сеструха, как вообще, как сама, что, проблемы. Как? Первый вопрос: знаете какой? Что ж там с волосами делаешь в России? Первое, и они говорят, нет, ты не пойдешь в, в салон делать, мы сами сделаем. Тут же звонки, нам лучшую стилистку, лучшую. А почему лучшую? Потому что из России сестра. Вы представляете? Представляю. Как они интересно. Это первый вопрос у любого человека черного цвета. Волосы, где ты делаешь волосы? И при мне вы сегодня писаете, какие стилисты работали с моими волосами, лучшие, которые были в столе. Они считали своей честью помочь сестре из России. Это так трогательно. Вот сейчас Наоми Кэмпбелл, ну, конечно, ей попроще. Сестра Наоми. Сестра Наоми, Но да. Она уже тоже из России почти. Уже же. тоже в России. Я сейчас читала ее журнал, и она ее спрашивает, как в России? Она говорит, вы знаете, мне так все было интересно. Единственное, говорит, я смотрю, нет людей с черным цветом кожи. Это настораживает. Ну, сейчас, говорит, как-то повыкла, я подумала. А, подруга, приехала бы ты сюда 30 лет назад. Вы знаете, вы говорите о волосах, а я взгляд не могу оторвать от вашего потрясающего ожерелья. А я очень люблю жемчуг. Потрясающий Ой, у меня жемчуг. В передаче всегда был жемчуг разные. Желтых жемчуг. морей, похоже. Ну, вот это подарок. Вот очень кто красивый. дарит такие подарки? Часто дарят хорошие подарки, дорогие. Вы знаете, я принимаю. Я дорогие подарки принимать не буду, потому что дорогие подарки Обязывать. обязывают, во-первых. Во-вторых, я принимаю подарки от людей, от которых я не стесняюсь сказать, от кого это подарок. Поэтому... Тут вы стесняетесь сказать от кого? Нет, я не стесняюсь, но просто, мне кажется, там это дурной тон. Я тут недавно читала статью в журнале, где одна моя знакомая показывала всю свое. Вот это вот от этого! Вот это вот от этого, вот это вот от этого! И мне это показалось так пошло. Или, <связь> <есть такого? связь> ну, от близких людей, причем вот я могу вспомнить какие-то люди, вот один очень известный писатель, с которым я работала в газете Московский новости», его долго не выпускали из России. Ну, еще в те годы, 80-е, вот, наконец, его выпустили, он поехал во Францию и привез оттуда цепочку. Ну, мы, поскольку там ничего не было, просто в одной комнате работали, он там всем в комнате, девочкам, у нас там три девочки, привез цепочку. Я с тех пор ношу эту цепочку, прошло столько лет. И сейчас ему вручил Путин Ленинскую, не Ленинскую, а как государственную. сейчас, говорит, государственную премию вручил. Я с тех пор с ним не разговаривала я ему позвонила, и я сказала, здравствуй, это звонит человек, он не узнал меня по голосу, я, я говорю, это звонит человек, которому ты когда-то подарил цепочку, я ее до сих пор ношу. И он сказал, Ленка, да ты что? И мне так приятно было, что вот он вспомнил, что вот он приехал, потому что для него это было событие впервые. Мы назовем этого Франции. писателя? Нет, ну я не знаю, хочет ли он, чтобы я упоминала его имя, вот. Хотя он написал в своем произведении, меня описал, как-то без имени, но поскольку написал ⁇ Смуглая девушка ⁇ все сразу догадались, о ком идет речь. Ну, неважно. И вот э, в жизни мне дарили недорогие вещи люди, но я их ношу, и жемчужину мне тоже подарил человек тоже. Она совершенно недорогая, я ее храню, я, потому что я смотрю на эти вещи, я о них вспоминаю. И вот это такое теплое ощущение э, остается. Ну, вот сейчас, конечно нашу вот такие. Но все равно не буду рассказывать. Почему сегодня на телевидении так мало ток-шоу? Прошла эпоха ток-шоу? Думаю, что да. да. Думаю, что да. Потом это не рентабельно. Как говорил мне в свое время Кулистиков, руководитель НТВ+, плюс, он говорил, ну вот что, на НТВ, на вот передаче «Принцип домино», ну посчитайте, я даже не буду говорить о технической части, там сколько-то, 8-9 камер, это освещение, это студия, это там звук, это вот все. Я еще не говорю просто об этом, но подумайте: пять раз в день, э, пять раз в неделю идет передача. На каждый день свой автор и три редактора. Представляете, сколько человек там больше до сколько людей собрать, сколько человек поселить, там собрать, накормить. пригласил, пришел, приехал, не приехал там, стелился. Это очень. Он говорит: я просто поставлю сериал ко мне Мухтар и по рейтингам сделаю вас поэтому вот сериалы гораздо проще дешевле надежнее и головной боли никакой вот прошло время ведь сколько раньше было ток-шоу очень много. большая стирка я сама дев моя, моя семья принцип домино «Честная жизнь и вот это вот я только 8 просто вот так вот а их и там на этом на домашнем канале, ну, ну просто на всех каналах ток-шоу. Это очень дорогое удовольствие. А в наш век, когда кризисный век, когда все это дорого стоит, только остаются вот такие вот, ну такие вот, ну как Малахов, ну он что говорить. Профессионал? Это первый канал, вне всякого сомнения. Вне, там можно, кто-то любит, кто-то не любит. Там пятый вопрос, но вне всякого сомнения. Опять же, я говорю, если ты удержался на телевидении более там, пяти лет, Какие программы и какие ведущие на современном российском телевидении вам нравятся? Мне нравится передача «Школа злостовия», Очень нравится, прекрасно ведут. Мне нравится смотреть из развлекательных КВН, не всякого сомнения, поскольку я сама КВНщица. Я член сборной США по КВНу. Что вы смеетесь? Мы в 90-е годы обыграли сборную СНГ. Масляков привез сборную СНГ. Там была Таня Лазарев и Шац, угу. Таня Лазарева. И еще это была уже, сборная уже команда. Хорошо. Сборная команда СНГ. И мы, сборная США, которая состояла из ребят, из одесских джентльменов, <laughs> поэтому там бессмысленно было с ними бодаться. Вот. Ну, еще ребята из разных, ну, но в основном, конечно же, это там Каминский, Ливензон, Каменецкий, ой, Сычев, это все сборная, Контуш, это вот одесские джентльмены. И мы порвали команду СНГ. Так что вот эту передачу я смотрю всегда с большим удовольствием. Масляков великий человек. Вы знаете, что эта передача ну, мы ее видим как передачу, а вот в Америке есть сборная, есть сборная Австралии, есть сборная Германии, есть, ну, то есть везде, где говорят по-русски, есть такая сборная. Вот, я с удовольствием смотрю кто, где, когда. Вот это исконно наши отечественные передачи. Ну, и, ну, там, Познеры люблю смотреть. Когда-то мне нравилось смотреть «Барьеру». Сейчас уже нет. Конечно, Парфенова с удовольствием смотрю. Ну, очень много у нас были... Телевидение стало хуже или нет, как вы считаете? Ну, опять же, я избегаю таких оценок. Хуже, лучше, кому лучше, кому хуже. Кому-то, может быть, и лучше, поскольку появилось очень много развлекательных передач, все эти зарубежные форматы, э -э там, «Последний герой», «Не последний предпоследний. герой». Там, «Предпоследний». «Предпоследний», «Совсем-совсем последний», «Жестокие игры», «Не жестокие». Во-первых, это не наш формат. Поэтому, ну вот, если кому-то интересно это смотреть, ну вот мне совсем не интересно, меня постоянно пытаются туда зазвать, и я не знаю, что может заставить человека поехать и вот так вот там, чтобы тебе по физиономии там грязь, тебя вывалили. Ну это на любителя. Но сейчас Тараканов очень много. Поесть. Да, тара... ну я вспоминаю «Форт Бояр", который я тоже вела с парфеном но она была совсем другая передача «Форт Бояр", тем более она была первая, вот. Мне это не нравится. Но кому-то это может нравиться. В конце концов, не, не мне судить, кому что нравится. Сейчас, конечно, из-за кризиса все стало гораздо сложнее. Раньше сериалы вон сколько снимали. А теперь вот моя старость, моя соведущая, кстати, передача «Принцип Домино», мы с ней очень дружим, и она мне постоянно звонит, усталая, замученная. Она сейчас снимается в сериалах. Она говорит, Лен, не поверишь, снимаем в один день пять там, серий не вздохнуть, не вдуматься, не слова выучить, потому что это поток, потому что это же они же если раньше можно было снял серию, пошел домой, поспал, обдумал, выучил обдумал, текст, обдумал, выучил текст, а сейчас там снимают, арендуют эту комнату или этот павильон, и надо туда вообще все, все, все вдавить, потому что это становится все очень дорого, поэтому ну как, ну как можно обижаться? Вы сегодня работаете на канале Раша Тудей. Вам нравится там работать? Это уровень для вас или все-таки... Мне, мне, очень нравится там работать, потому что Маргарита Симонян собрала там потрясающие люди. Это потрясающие... канал. Это английский, арабский, испанский язык. А она пригласила специалистов со всего мира. Там блистательные, молодые, амбициозные ребята из Америки, из Канады, из Англии, из Австралии, из Ирландии. Кроме того, там очень много наших специалистов. Вот я думаю, Гурнов потрясающий да, ведущий, ну, слава богу, он известен там замечательно ведет передачу Софико Шварнадзе. Внучка, да? Внучка Шварнадзе. Там Роднина, дочка родняной, ведет передачу. Но она, правда, из Вашингтонского бюро передачу. Знакомые все лица. Там люди, которые на инвещании долгое время работали, очень хорошие профессионалы. Там, как я говорю, все говорят по-английски. Там даже осветители ругаются на английском языке. Сволочь. Я вам задам последний вопрос. Мне и не только мне, я думаю, огромному количеству людей очень дорого то телевидение, которое сложилось в России в перестрочной после телевидение которое мы потеряли, с большим количеством настоящих думающих личностей, каждый из которых был не похож на всех остальных, в том числе, я, безусловно, называю и вас, люди, которые выделялись на общем фоне, и каждый из них представлял нечто. А как вы считаете, возврат к тому телевидению возможен или это уже все? Но это все равно, что постараться вернуть молодость. Это возможно, вот воскресить те ощущения. Тоже было время, когда мы были первооткрывателем. Вот если говорить про передачу про это, у меня было ощущение, что вот я вышла и снег. По тонкому льду и ты идешь даже не сколько по тонкому льду, а вот там вот такой слой снега и ты прокладываешь лыжню и ты не знаешь, что там снизу, может быть там еще вот такой слой, а может быть там уже вот 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 столько, но зато ты прокладываешь и ты идешь. Первое это ощущение, что ты первый, тебе все интересно, тебе еще никто ничего не диктует, никто ничего не говорит и ты напрямую говоришь. Сейчас же почти не осталось прямых эфиров. Опасно. А вдруг там, скажут а... не то? Вот, значит, возможно ли, чтобы опять появились прямые эфиры? Может быть, и возможно. Не знаю, может быть, и возможно. Но, во-первых, этих людей уже нету. Во-вторых, уже все такие циничные. Тогда-то был восторг. Все во что-то верили. А сейчас, я думаю, должно пройти... Помните, как Пушкин говорил, должно пройти поколение непорта крестьян, чтобы значит, забыть те ощущения. Вот сейчас уже должно пройти поколение, когда и появилось новое поколение, чтобы вот оно смотрело на мир такими глазами. Сейчас, мне кажется, уже... Вот так вот никто не смотрит. И вот передачу про это воскресить нельзя, потому что тогда это был прорыв, еще никто до этого не говорил об этом. И вот только вот эти вот ростки. А сейчас уже, вот мне кажется, люди такие циничные, что даже если они бы хотели поделиться, они столкнутся с таким, вот, ну, в общем, мне кажется, все-таки время другое. Шановные друзья, сегодня у нас в гостях была ведома российская телеведущая Олена Ханга.